Для начала нам нужно зарегистрироваться. Нажимаем регистрация. Нас просят пройти авторизацию через GameKeeper. Нажимаем авторизация. Выбираем свой вариант. Мой вариант — это Classic. Нажимаем войти. Так как я уже зарегистрирован, меня перебрасывает сразу мой личный кабинет. Но вам после регистрации будет предложено указать ваше имя или никнейм и прочие данные, email, после чего зарегистрироваться. Пароль должен вам прийти на вашу почту, потом вы можете его изменить в разделе «Мои личные данные». Итак, как же мы можем тут заработать? Для начала заработка нажимаем соответствующую графу, и нас сразу перекидывают на страницу с серфером. Выбираем любую ссылку. Открывается новая вкладка с капчей, точнее сперва с таймером. Рекламодатель рекламирует свой сайт, в данном случае рекламодатель рекламирует свое задание, за что он предлагает деньги. Вот у нас появилась капча, выбираем правильный ответ, после чего просмотр зачислен. Деньги пришли на ваш аккаунт, можно закрывать вкладку. Следующее у нас — это чтение писем. Нажимаем письма. На данный момент у меня их нету. Суть такова же, как и в серфинге, только изначально вам предложат текст, который надо прочесть и выбрать правильный вариант ответа из предложенных. Если вы выбрали правильно, начнется серфинг сайта. Следующее — это задание. Заданий много, разного направления. Можно выбрать именно по категории задания. Только клики, регистрация с активностью, только регистрация, играть в игры и так далее. Стоимость задания та же самая, зависит от их, от его сложности. Вот, к примеру, берем задание клики. Только Россия. Изначально нам надо прочитать условия задания, начать выполнение, выполняя задание, сделать все действия, которые нам указывает рекламодатель, после чего вот в этой вот графе, которая открылась, указываем те данные, которые просит рекламодатель для отсчета. Ну, так как я выполнять задание не буду, я отказываюсь от выполнения. Еще тут можно заработать, есть автосерфинг. Нажимаем, видим, сейчас два сайта доступно. Нажимаем «Начать просмотр». И просмотр начинается в полностью автоматическом режиме. Есть партнерская программа, которая будет зависеть от вашего рейтинга. И много прочего, с которым вы уже сможете ознакомиться сами или в дальнейшем задать мне вопрос. Вопрос может задать моя почта, новое сообщение. Новое сообщение нажимаем. Мой реферал.
реферал, пишите тему, пишите вопрос. Вывести деньги тоже достаточно просто. Вот. Нажимаем вывести. Можно перевести деньги с основного баланса на рекламный, но нам это не надо. Мы будем выводить с основного на наш кошелек. Нажимаем выплатить. И в ту же минуту деньги в автоматическом режиме вам придут на ваш WebMoney кошелек. На данный момент все. Если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание.